«Медицина в контексте» – это программа, которая посвящена человеку как продукту биологической эволюции. Наша главная задача сегодня – узнать о применении искусственного интеллекта в медицине и здравоохранении. Пожалуйста, Сергей, вам слово. Все, что генерируется на территории Сколково, это около 60% всего ландшафта, патентного ландшафта Российской Федерации. И стартапы делают непосредственно молекулы, выводят их на рынок. Есть ряд очень хороших примеров подобного рода разработок. Чат GPT. Наверное, многие из слушателей сейчас это очень на слуху. Да. Все этого... Месяца два как не утихает вообще. Ковид способствовал тому, что искусственный интеллект стал как бы частью глобального вообще здравоохранения, потому что очень много данных нужно было быстро осмысливать. Да, с этим. Да. Это правда? Это правда. Расскажу тогда эту историю прямо сейчас. Давайте. Нам, врачей, не хватает и будет в дальнейшем не хватать.